Хей, йога, если вы мышки, мы продолжаем проводить игру под названием Dark Souls Remastered. В прошлой серии мы победили с вами Нагата Сита, да? Теперь давайте, наверное, перейдем в храм огня. Да, в храм огня. И что мы сделаем с вами? Мне нужна бездна. Мне нужно как-то попасть в бездну, но я не знаю, как это сделать. И как это сделать? Ну... Окей. Так. Сначала давайте огонька подкинем. Да, поднести душу великого. Опа. Заперто. Так, переместиться. Мне нужно в бездну. Ребята, а где у нас были... Подожди, гидра. Переместиться. Если я не ошибаюсь, то нам сейчас нужно в этот храм огня пойти к кузнецу, которого мы, конечно же, убили. И как, так как его нельзя было вернуть... точно нужно будет сходить. Повелительнице хаоса. Чтоб она мне еще экстаз увеличила. Так, ладно. Поехали. Что я еще хотел сделать? Нам нужно... Так, щит поменять, во-первых. Потому что эти меня так пробивать будут через травяной. У этого щита хотя бы 100% защиты. А где у нас гидра была? Мы же там типа девчонки помогали вот это, все такое. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я сначала сбегу, посмотрю, если там никого не будет, тогда я просто... Хотя 6000 терять. А, посмотрим. Бедный парень. Бедный кузнец. Бля! А хотя мне уже титанит не нужен, демонически. Я просто только что подумал о том, что нужно было сбегать в это в катакомбы, когда мы были. Ту громилу грохнуть. Грохнуть ту громилу. А потом подумав. Нахера оно мне надо? Зачем он мне надо? Бля, лучше мне расскажите, как мне в DLC попасть. Я помню, что нужно убить было голема. После убийства голема там что-то дается. Так, вот этот лес. Можно еще, знаете, куда забегать будет? Сейчас с этим всем разберемся делом. Вы обычные, да, кристальные эти войны. Ну, этих с двух ударов можно валить. Ты мне тоже будешь мешать? Два. Давай, давай, если ты уже идешь.
Если ты уже на меня идешь, значит что-то будет плохо. Так, если не ошибаюсь, вот здесь. А, должна быть эта девчонка. Но я что-то ее не вижу. Так, у нас же туда был проход. А это уже есть пещера стоит. О, вот голем. Бляха-муха. Ладно. Пам. Так, кольцо сейчас поставлю, чтобы бегать нормально. Блин, ты только появился, парень. Это очень плохо. Так, мое спасение, твоя заслуга? Очень любезно. С твоей стороны, я перед тобой в долгу. Я Заря, Алачили. Я попала сюда из древних веков и не могла надолго задерживаться здесь. Прежде чем я покину ваш мир, позволь мне кое-что спросить. Моя родина, Алачиль, известна древними заклинаниями. С твоего согласия, я жалела бы предложить тебе драгоценные знания. Ну давай знания. Желаешь ли ты получить их? Да. Прими мою искреннюю благодарность. Моя радость не передать словами. Я начарована для тебя, так если у тебя возникают нужды во мне, прошу, воспользуйся ими. Думаю, мое время истекло. Да и светит пламя твой путь. Окей. Так. А теперь меня это все дело в ступор вводит, потому что хотите сказать, я не шел по этому? Это плохо. Если я по ДЛЦшке не шел. Я Заря Алачили. Я рада видеть тебя вновь. Я подчиняюсь твоим желаниям. Купить предметы, выучить жест. Поклон. А, купить предметы. А, независимость. Ну, блин, ну, у меня аж нету этих. А миллион. Ничего себе. Посох косточный. Поговорить. Долгие годы я была в пленнице в теле кристального голема. Я была похищена из дома и брошена в искажение измерения. Если бы не ты, я бы и осталась в нем. Я давно отбросила надежду на спасение, но теперь вера и радость вернулись ко мне. А если у тебя возникает нужда, позвони мне снова. Я всем сердцем желаю быть с тобой. Да светит твой путь, да светит мой путь. А, да? А, вон, видите, обрыв показан, походу. Вот точечка, где мой меч. Окей. А, косточки возврата. Блин, ну жалко, что их нигде купить нельзя. А если можно, то вот где? Я потрачу тогда души вот этих умерших на то, чтобы купить косточек хотя бы до хера штук.
Так. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Во-первых, переместиться. Архивы герцога, кристальных крот. Мне нужна дочь хаоса, да. Хорошо. Так, теперь где мне выгоднее пробежаться? С Анарлонда? Или с вот этой локации, которая у меня только что появилась? Так, усилить флягу, да. Лучше через Е все делать, потому что нафиг оно надо. Отдохнуть. Переместиться. Архивы герцога. Я не уверен. Давайте, наверное, через Анарлонд, потому что там будет ближе. Нарисованный мир. Ну, блин, ну нам осталось тут довольно серии не так уж много. Поэтому как-то так. А вы не помните, какое мне нужно кольцо, чтобы убить того босса? А для чего, до которого мы вообще вот это все делали? Ну, я имею в виду ночь. Подожди, это смог? Нет, ну ладно. Нет, ну ладно. Мне кажется, я или одинаково бегаю. Не знаю. Блин, ну вот это очень темная локация. Ну, типа, промежуток этот очень темный. Так, по идее, этот скелет, ну не скелет, а продолжение по DLC должно быть здесь. Около входа в библиотеку. Ну, сейчас пробежимся, посмотрим. Мне вообще предлагают его Анарлонд пойти. Так. Сейчас попробуем. И все решится по голему. Какой будет голем? Или, в принципе, мне нужно этого синего убить голема? Ну, до этого мне нужно было освободить девчонку. Походу, как-то так. Сейчас быстро все сделаем, все быстро зачистим. И побежим дальше. А я думаю, почему у меня такой урон большой? Я вспомнил, что я без щита. Сейчас мы того голема тоже приструним. Да, он очень много выносливости выносит. Все, доплялся. А ну-ка. Да, сломанная подвеска, все отлично. Возвращаемся. Он должен сдохнуть, по идее, если упадет. А, ну так сдох. Вообще отлично. Так, читаем описание. Дайте, а где она? Что-то я не понял. Ну, по идее, здесь должно быть, нет? Сломанная подвеска. Ладно. Сломанная подвеска. Сломанная каменная подвеска заражена целыми чарами. Половина сломанной, так, каменной подвески, похоже, она была изготовлена в
Олачили. От этого древнего камня исходит мощная магия. Люди все еще не могут не управлять этой силой, не почувствовать ауру. Благоговение и нагелий стали характеризуют для нее. Хорошо. Так, теперь мне нужно переместиться. Храм огня. Да. В принципе, кольцо... Колечко у нас с вами есть? Да? Да. Поэтому я не думаю, что должен сдохнуть. Если пойдем в бездну. Он проснулся. Чудик. Чудик проснулся. Ладно, побежали. Побежали, побежали. Опа. Так, лучше на самом деле. Так, защиту поставлю. Нам все равно сейчас в этот лес бежать. Или лучше не рисковать. Понятное дело, что я на форумах все прочел насчет данной игры. Ну, почти все. Я так сильно не углублялся, чисто вот для нормального прохождения, что лучше делать. И поэтапное прохождение локации. Чтобы меня типа враги не ваншотили. Так, здесь я сохранюсь. Так, побежали. Мне лучше ржавое кольцо поставить. Стой. Ага, вот все нормально. Кольцо Арториус у меня есть. Колечко Арториуса у меня есть. Так, а почему мне защиту не дает? Эх ты, слабачок. Казалось, что-то выпало. Показалось, что что-то... Блин, вот это только что беготня, да, постоянно ее очень много. И она довольно много времени забирает. А все про все. Я не знаю, на самом деле, по идее, щит вот этот самый идеальный, из-за того, что у него 100% блока... Без урона. Чисто здесь зависит от нашей стамины все. Поэтому как-то так. Поэтому я сейчас просто это все дело пробегу. Пробегу, пробегу. Если я не ошибаюсь, там должен быть портал. Да, есть. Есть, 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 есть. А корона Зари, старая платье. Сразу кольцо Арториуса ставим. А дальше что мы делаем? Особая волшебная корона, да. Так, дарованная принцессе Зери из Алачили в день ее рождения. И владелец осенней всеми видами магии. Это повышает силу и эффективность магии воина, но также увеличивает получаемый магический урон. В Олачили на шелке цвету... Так, на шелке цвета слоновой кости вышены... Так, сложный узор.
Он насыщен древней магией. Не обеспечивает защиту от физического урона, поскольку не предназначен для ношения в бою. Хорошо, ну, поехали. Отправляемся, ребята, в DLC, так сказать. Изи. Готово. На самом деле, я не помню, если я сейчас сниму кольцо, я буду умирать. Так, я не помню, что здесь за местность. Здесь лучше поставить ржавое колечко, мне кажется. Это вода? Да елки-палки. Ах. Ой-ой-ой. 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 Хорошо. Прыгающая атака ее. Нормально. Черт. Палки, ну дай мне хвост свой. Может подальше от нее отойти? Блядь. Ну блин. О. Все.
Все. Мне нужно было главное то получить, да и все. Погнали, сохранимся. Плюс левел ап. Стоять, это не то место, куда мне нужно идти. Обратно. Ну, как вы видите, здесь вода, интересно, а если без кольца? Ну, в принципе, одно и то же, что с кольцом, что без кольца, потому что здесь не так уж много воды. Для меня главное то, что я получил плеть. Или кнут. Или еще что-то. Так, новый уровень. Так, па-па-пам, пара-па-пам. Предметы. Так, оружие. Так, охранная плеть. Хвост стража святилища. Этот гибкий отравленный хвост с шипами может служить грозным оружием. Нормально. Нормально. Не знаю, стоит выжигать, а думаю, нет. Теперь мы бежим в данное дерево. В принципе, у нас еще есть с вами 3 минутки. Поэтому давайте немного next-локацию изучим, посмотрим, что там. Типа, после вот этого места. Вход в святилище. Вот. Так, святилище Алачиля. Только взгляньте на это. Из каких веков тебе принесло? Но пахнет от тебя человеком. Терпеть не можно. А, принцесса Зарян. Посла благодаря тебе. Спасибо. Я твоя аура в точности, как у нее. Я благодарю тебя за спасение ее высочества. Но принцессы Зари здесь больше нет. Ее украл этот ужасный первый человек. И я должна спросить. Не спасешь ли ты принцессу еще раз? Да. Спасибо. Меня зовут Элизабет. Я страж этого святилища. Я что-то вроде Кристины и матери принцессы Зари. Я помогу тебе всем, что смогу, потому что я владею волшебством Алечили. Вау, вау. Порошок. Заряжает оружие в правой руке. Косарь стоишь? Ага, ну ладно. Это увидишь, бездна была проложена от древнего зверя, и теперь она грозит поглотить весь Алачиль. Рыцаря Арториса пришел оставить бездну. Остановить бездну, но в нем не было ни только тьмы. И сомневаясь, не погрянувший пучины бездны, поглотил и его. Может, бездну и нельзя остановить. Но я верю, что принцессу Зарю еще можно спасти. А ну, в принципе, да, светит пламя твой путь. Ну, если так подумать... А еще? Костерчик. В принципе, если так хорошенько подумать, то мы нашли уже труп данной девицы. Так, человечность. Все. Больше тут ничего, да, нету? Ничего нигде не спрятано. Секретные стены. Можешь ее убить, и за ней там стена. Ладно, давайте пробежимся, посмотрим, что здесь.
Это чё? Слушайте. Так это же этот. Лес. Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.